Полиция и Нацгвардия тоже вышли на побережье. Совместно они патрулируют зоны отдыха в Одессе. Внимание полицейских и военных сконцентрировано на наиболее посещаемых в курортный сезон пляжах. Аркадия, Лонжерон, Лузановка, Золотой берег. За три дня патрулирования они составили 25 админпротоколов. Большинство нарушений – мелкое хулиганство, курение и употребление алкоголя в запрещенных для этого местах. Также задержан подозреваемый в ограблении и избиении трех граждан. Самое главное ваше завдання не допустить порушень публичного порядка, не допустить злочинов на маршрутах патрулирования и поблизу них. Мы все створені и работаем для того, чтобы обычные люди могли спокойно ходить, отдыхать, жить. Это наше завдання.